Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Алена. Я сегодня в магазине Fix Price. Это была Шиха, проспект Ленина, 81. Давайте с вами смотреть на новинки этого магазина. Здесь тоже уже разместилась коллекция к 14 февраля. И посмотрите на эту прелесть. 116 рублей. Игрушка мягко-набивная. Называется она «Люблю». Есть ежики, есть кто это, пингвины. И вот такие вот крабики. Я думаю, что это крабик. Кружка 400 миллилитров, 149 рублей. С котиками, пузатая. Рисунок с двух сторон. И это фарфор. Четыре варианта. Еще из новинок вот такие гирлянды, 116 рублей, 2 метра, зайчики. У нас только зайки, ничего другого нет. Ну и так, общим планом, вижу еще одну новинку в этом отделе, сейчас вам покажу ее поближе. А так уже мы с вами все-все посмотрели. Вот такая новинка, это зеркало, причем здесь без двухкратного увеличения. С ушками, мягкое, разные цвета. Хотела бы сегодня для вас оставить отзыв вот на это мыло детское. Я брала с кремом. Да, конечно, запах не самый приятный, но при этом мыло очень хорошее. Пенится, не раскисает. 79 рублей за 6 кусочков, массой 75 грамм. В общем, мне понравилось. Освежитель воздуха от бренда Верти. Вариант антитабак. Экосистема увлажнения воздуха. Мгновенно устраняет запахи. Длительная свежесть 350 миллилитров, 79 рублей. И не указано о том, что здесь сухое распыление. Ну, значит, обычное. Еще вот такой освежитель воздуха, 400 миллилитров, 79 рублей. От бренда Qualita снова приехало вот такое средство для мытья пола, на этот раз с цветочным ароматом. 2 литра, 149 рублей. Для всех типов поверхностей, не требует смывания, не оставляет разводов. Без хлора, фосфатов, фосфонатов. Новая какая-то упаковка, Доместос, эффективное очищение 7 в 1, чистота и гигиена. Густой гель, 99 рублей, 680 миллилитров. Так, содержит хлор, да. Ох, какая большая упаковка, средство для посуды от АОС. 2 килограмма, 100 грамм, 315 рублей цена по карте, 349 без карты. Мне нравится такое средство, я бы купила. Коврики для ванны новые, 45 на 70 сантиметров, полиэстер, резина в составе, 199 рублей, новые расцветки. Какие замечательные пончики. И вот такое вот сердечко. В книгах увидела две новинки, вроде как, я таких не помню во всяком случае. Вот такая первая книга в мягком переплете, 199 рублей. А вторая продается, смотрите, в слюде, 18+, 299 рублей. А еще Стивен Кинг. И вот такая новинка. Тоже 299 рублей. В твердом переплете. Слушайте, вот это тоже, по-моему, новинка. Я, если честно, уже запуталась. Столько книг в последнее время привозят в Fix Price. Но это хорошо. Правда? Девчонки, Соника тут много, если кто-то хотел, приходите. Знаю, что дети сейчас балдеют от этих комиксов.
и собирает прям всю коллекцию. Новинка в игрушках за 149 рублей. Игрушка Космокар с инерционным механизмом. Разные цвета. Игрушка 3+. Собери всю коллекцию. Нажми на заднюю часть машинки и до щелчка. Толкни машинку рукой по направлению к стене. Машинка сложится и начнет крутиться на месте, как юла. Слушайте, это что-то интересное. И никаких батареек. А вот это просто вау. Конструктор музыкальный 3D-пазл. Развивает логическое и пространственное мышление. Собирай и слушай мелодию. Вот такая карусель. Всего здесь несколько вариантов таких пазлов. 6+. Поверни верхний купол по часовой стрелке, чтобы услышать музыку. Но все то же самое, в принципе, что и у той карусели, которую я брала до маркет. Но здесь, конечно же, не дерево. Здесь ЭВА, бумага, металл и полипропилен. В любом случае, очень классно. 249 рублей. Привезли сюда вот таких еще летающих фей. 199 рублей. Знаю, что на них негативные отзывы. Но вы знаете, у меня у детей была такая игрушка достаточно долго, много лет, наверное, лет 5. Все с ней было хорошо. Главное аккуратно запускать, немножко наклонив ее вот так вот вперед. Не на себя, не вверх, потому что она может, да, полететь в любую сторону. Вот. Но в целом нам нравилась. Хорошая игрушка. У нас сломалась лопасть, и, естественно, она уже не взлетала. 55 рублей, салфетка кухонная, 43 на 28 сантиметров, новые расцветки, это ПВХ и полиэстер. Большой ассортимент конфет от бренда Конфеста, есть вот такие вот с кокосовой начинкой, но они уже давно в продаже. Это что-то типа Рафаэла, 79 рублей, 180 грамм. А есть вот такие еще, соленая карамель. И шоколадно-ореховый крем. Неожиданно. Вот такие конфеты княжеские. 200 грамм, 79 рублей. Теперь можно приобрести в магазине Fix Price. И еще вот такие конфеты мультизлаки со вкусом шоколада. 79 рублей, 300 грамм. С арахисом. Паркур. Это что-то типа сникерса. Мягкая карамель с арахисом. 79 рублей, 300 грамм. Ну что, дорогие мои, лучший кофе мы уже нашли. Давайте теперь с вами найдем лучший чай. Как всегда, опрос будет проходить в моем телеграм-канале. Ссылка в описании. Проходите и голосуйте. Не обращала внимания, но в Фикспрайсе продаются вот такие цельнозерновые чипсы от бренда Dr. Kerner. Томат и базилик. Не жареное, хрустящее удовольствие. И еще есть один вариант, нежный сыр. Хотела немного еще с вами порассуждать по поводу вот этого сока. Да, конечно, в Фикспрайсе он испортился, но недавно купили в красном и белом на 10 рублей подороже, но там действительно нормальный яблочный сок, какой он был раньше. Здесь, конечно, да, уже разбавили водичкой, наверное, специально для Фикспрайса такое делают, не знаю. 87 рублей, кстати, подорожал. Может быть, вернули качество? Как вы думаете? Кто брал совсем недавно? Напишите, кто брал именно за эту цену. Как вам сок? Крем новый, 249 рублей. Крем для лица. 50 миллилитров. Заметно сокращает морщины, повышает тонус и упругость кожи. Изготовитель Польша. Я на этом с вами сегодня буду прощаться. Надеюсь, что мой обзор был для вас полезным, интересным. Вы что-то для себя подобрали, присмотрели. Обязательно загляните в магазин Фикспрайс, и вам улыбнется удача. Вы купите все, что вам захотелось. Берегите себя и своих близких. Всем до новых встреч. Пока-пока.